еще не приходил? Он живой! В столь сложное послевоенное время. Какую вам? 75 рублей. Слышал? Откуда такие деньжища? Они взрослеют раньше. Отцу витамины вон в госпиталь нужно. Одна дурь у вас в голове. Покупаем хорошие коврики! Но остаются детьми. 26 рублей. Что тебе стоит? Мишек, пусть наш папа домой вернется. А ну положь. И продолжает. Это видал? Свято верить в сказки. Воротился старик к старухе. Рассказал ей великое чудо. Загоним Зиньке самогончицей. Поймал было рыбу. Да запросто. Золотую рыбку, непростую. «Золотая рыбка». 25 июня. В 20:50. Премьера. На русском «Иллюзион».